Добрый день. Я Мезенцев Александр Леонидович, руководитель отдельной дисциплины дополнительное образование Уссурийского Суворовского военного училища. Более 30 лет я уже работаю с молодежью и конкретно занимаюсь именно археологией. Данную презентацию я готовлю для конкурса краеведов, работающих с молодежью, который проводит Российское историческое общество. Я, в общем-то, был и призером, и победителем различных конкурсов профессионального мастерства в системе дополнительного образования. В 1988 году мною в Доме пионеров, как тогда назывался, был создан клуб юных археологов «Резерв», и с 2011 года клуб распространил свою работу на Суворовское училище. Для каждой учебной группы два раза в неделю проводятся занятия. То есть на теоретических занятиях мы изучаем и основы общей археологии, и древнейшую историю Приморья. Для этого была разработана программа. Она становилась дважды и лауреатом, и дипломантом всероссийских конкурсов авторских программ в системе дополнительного образования. Помимо самих занятий у нас есть лабораторные работы, есть, конечно, полевые занятия. Полевые занятия, включая себя в походы, мы с ребятами либо знакомимся с археологическими памятниками, есть походы мониторинговые, когда мы уже обследуем известные памятники. И, кроме того, проводятся разведочные походы, то есть, в ходе которых мы ищем новые археологические памятники. За 30 лет нашими ребятами выявлено уже более 500 новых археологических памятников на территории Приморского края. В каникулярное время мы тоже не сидим дома. Это возможность куда-то съездить не на один день, а на несколько дней. Часто мы подключаем к этому делу своих друзей. Совместно с несколькими клубами юных археологов или краеведов проходит такое мероприятие, как открытие полевого сезона. Мы его всегда проводим в мае. В сентябре проходит краевой фестиваль юных археологов и краеведов, где мы подводим итоги нашего полевого сезона, что нам удалось найти за лето, где поучаствовать, где побывать. Самое долгожданное время для мальчишек и девчонок – это, конечно, лето. Летом проходят экспедиции. Нашим клубом проведено уже 94 экспедиции. Помогаем научным учреждениям. Полевые отряды Института истории, археологии и этнографии ДВО РАН. Это и полевые отряды вузов. Наверное, вот некоторые ребята у нас ради лета, в общем-то, и живут, по большому счету, потому что там, в школе они могут быть там троечниками, двоечниками, там кое-как у них что-то не ладится. Но пусть с удивлением замечаем, что они приходят на занятия, готовы сидеть, слушать теоретические занятия, вникать в все эти нюансы древних культур, только ради того, чтобы летом уехать в экспедицию. Потому что без подготовки мы в экспедиции детишек не берем. Но самое интересное за все лето – это, конечно, июль, потому что в июле проходят краевые слеты юных археологов. Наша команда с 91 года не проиграла ни одного слета. На слете 6 основных видов. То есть это археологический раскоп, разведка, конкурс шурфов, анализ артефактов и викторины. Конкурсные мероприятия не ограничены слетом. Наверное, самые активные из них – это как раз вот различные тематики, конкурсы юных исследователей. Они есть муниципальные, есть региональные. Во всероссийских наши ребята участвуют, международных. Ну, для суворовцев это еще все армейские конкурсы. То есть здесь наши ребята показывают неплохие результаты. Они становились и призерами, и победителями этих конкурсов. И в этом плане и сами мальчишки этим гордятся. Накопленный материал, конечно, он не лежит без дела. Сегодня для детей мною подготовлены три таких научно-популярных книги, сделан альбом. Для малышни мы приготовили раскраски, но пока в публикации одна раскраска. Другим направлением использования своего опыта это стал проект парка «Изумрудная долина». Сначала мы его больше года его разрабатывали, сегодня парк функционирует. Этот парк стоит как бы на таких вот двух китах. Один кит – это история России, история Приморья, а второй кит – это идея единения культур Востока и Запада. Если круг такой очертить, откуда к нам приезжают посетители, это, наверное, круг будет более 300 километров. То есть в парке моделированные различные объекты и русской истории, и древнеприморской истории. И, в общем-то, это интересно и детям, и взрослым. Неожиданным для меня стало приглашение во Всероссийский детский центр «Океан», который предложил летом создать археологический отряд. В принципе, это немножко иная система работы с детьми, но она мне понравилась, и в этом году мы уже в третий раз будем работать с таким отрядом. И сегодня у наших ребят есть публикации и на территории Приморья, и в Новосибирске, и в Москве. Ребятам есть чем поделиться. Ну, а те ребята, конечно, которые уже полностью фанаты, они уходят, поступают на исторические факультеты, они становятся археологами. Есть среди наших выпускников уже специалисты-археологи, и те, которые меня переплюнули, кто уже давно защитился, кто доценты, кто преподает не только в российских, но и в иностранных вузах. Ну, в принципе, это и радует, что ученики идут дальше, чем учитель.